Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Какие интересные культурные события ждут самарцев на этих выходных, я расскажу прямо сейчас. 26 октября в музее-галерее «Заварка» пройдет встреча с режиссером Андреем Судиловским. Гости смогут увидеть одну из последних работ режиссера – документальный фильм «Бунин. Киноисследование жизни и творчества писателя». Режиссер поделится историей создания кино, расскажет о съемочном процессе и о том, на какие моменты биографии Ивана Бунина сделаны акценты в фильме. В окончании встречи гости смогут задать все интересующие их вопросы. Начало в 16:00. Детская картинная галерея приглашает посетить выставку живописца, который создал свой самобытный стиль и оставил яркий след в самарском искусстве – Ивана Васильевича Карпунова. Галерея хранит второе по объему собрание картин художника, поступившее в музей еще при жизни автора. В экспозицию также вошли экспонаты из Самарского художественного музея, музея истории города Новокуйбышевска и из частных коллекций. Через выставку проходит линия с воспоминаниями художника, фотографиями, архивными документами. Таким образом, посетители смогут не только увидеть работы, но и узнать о жизненном пути мастера и о том, что его вдохновляло. Выставка будет открыта до 15 декабря. Все выходные в Самаре будет проходить фестиваль издательского дела «Бук-0». Он проводится при поддержке регионального министерства культуры. Гостей ждет книжная ярмарка независимых издательств, презентации новых книг, лекции от журналистов, писателей, культурологов и философов. Фестиваль будет работать 26 и 27 октября с 12 до 20:00 по адресу Ленинградская, 77. Вход свободный. Завершить выходные можно просмотром спектакля. Вечером в воскресенье на сцене театра «Самарская площадь» постановка «Фанатки». Действие сюжета происходит в эпоху 90-х и рассказывает о трех девушках, мир которых состоит исключительно из поп-музыки и любви к их кумиру, певцу Юрию Космонавту. Легкий и искрометный спектакль, полный музыки и комедийных диалогов точно поднимет настроение. Начало в 18:00. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.